ковре в красном трико Андрей Ивановна, Республика Северная Осетия Алания, в синем трико Умахан Магомедханов, Татарстан. На ковре А победил Виктор Рассадин, Республика Саха, Крым. Приглашаются Ибрагим Ильясов, Калининградская область, Зелимхан Абакаров, Московская область. Виктор Рассадин победил ввиду явного преимущества. Напоминаем, что согласно правилам, разница в 10 баллов – это явное преимущество борца. На ковре С борец в красном трико Балдан Цыжипов, Бурятия. Мастер спорта, спортсмену 26 лет. Борьбой занимается 10 лет, тренер Кирилл Балдаев. Балдан Цыжипов, победитель международного турнира в Улан-Баторе 2016 года. В синем трико Заур Казонов, Ханты-Мансийский автономный округ, Югра. Победитель и призер первенства России.
Северная Осетия Алатна. Мастер спорта международного класса. 26 лет. 10 лет занимается борьбой. Тренеры Тибилов, Берешвили, Маргини. Победитель первенства мира 2010 года. Умахан Магомедханов борется в синем трико, команда Республики Татарстан. Мастер спорта, ему 26 лет. Тренеры Ильдар Булатов, Али Исаков. На ковре борьбу ведут в красном трико Ибрагим Ильясов, Калининградская область. Мастер спорта России, борьбой занимается 13 лет. На ковре С победил Балдан Ц.